Попадает наркоман в ад, смотрит, а кругом конопля, берет косу и начинает косить. Сосед: ты что, совсем, вон уже накошено. Наркоман бегом бежит, хватает, начинает ее мять. Сосед снова: слушай, совсем, что ли, дурак, вон уже намята. Наркоман опять бежит, подбегает, начинает косячок забивать. Сосед снова: слушай, совсем, что ли, с головой, не пойму, вон уже готовы лежат. Наркоман подходит, берет, хватает, радостный, по карманам шарится, а спичек нету. Соседа спрашивает: слушай, а спички есть? Сосед говорит: были б спички, был бы рай. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Всем пока-пока.